Добрый день, друзья! С вами Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. И у нас сегодня подборка анекдотов про Испанию и испанцев. Ну и помимо анекдотов, вы можете посмотреть на испанские пейзажи. Желаю вам приятного просмотра и прослушивания. В Испании в стаде коров обнаружен бык, косивший от корриды с помощью надутой перчатки. Одно непонятно, как быку удавалось ежедневно давать по 5 литров молока. Огромный метеорит чуть не упал на Испанию. У американцев возникло 3 вопроса. А что такое Испания? А как в этот раз мы спасли мир? А кино про это покажут? Девяносто процентов граждан России живут в постоянном стрессе. Остальные 10% живут в Испании, Италии и Франции. С вами был Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. Заходите на наш сайт, ссылка под видео. Поможем подобрать вам недвижимость в Испании, либо проверим выбранное вами жилье на юридическую и криминальную чистоту. До новых встреч, друзья!